Чтобы пчеловоду было легче откачивать мед, придумали медогонку. А чтобы пчеловоду еще легче было работать, надо на эту медогонку поставить электропривод. Я взял двигатель от автомобиля, от вентилятора. Его маркировка 51.3730. Значит, немножко здесь переделал. На вал поставил там подшипник. Шкивок большой поставил. На двигатель поставил шкивок маленький. Вот с помощью такого нехитрого приспособления будем убавлять обороты. Или прибавлять, убавлять. Она крутится. И с помощью этого будем убавлять, прибавлять. Можно, конечно, потом поставить и такой переключатель на одна позиция, вторая, третья, четвертая, пятая. Также будет. Можно резистор такой поставить, но это надо ставить. А мы пока поставил я вот такую штучку. Это от старого стабилизатора поставил. Кое-что, конечно, переделал. Питание 12 вольт. Пока взял от выпрямителя. Которым заряжаю аккумулятор. Так, сейчас попробуем, как будут меняться обороты на двигателе. Здесь максимальный, сюда, минимальный, сюда. Крутить надо. Включаем напряжение. Так. Обороты минимальные. Крутим, обороты увеличиваются. Наш слетело. Обороты минимальные стали. Сейчас попробую, как будет все работать, когда мы соединим шкивки эти два с помощью ремня. Пока отключаю напряжение. Так, этот шкивок у меня где-то на 2 сантиметра, этот на 36, по-моему. Вот с помощью этого уже мы оборот еще убавим. Двигатель дает около 3000 оборотов. Если по формуле посчитать, сейчас не будем считать, где-то нам получается 200 с чем-то, 300 оборотов получится. И с помощью этого реостатика мы... Так, сейчас я попробую, как будет работать. Я, конечно, пока уголочек тут не поставил. Моторно открепить уголочку. Но мы его пока не сделали. Так, сейчас попробуем, как все будет это работать. Пока все тут без изоленты, без всего. Для того, чтобы просто испытать. Кассеты я пока ставить не стал, для того, чтобы не гремело. Так, все стоит. Сейчас попробуем минимальные обороты. Включаем. Обороты увеличиваем. Работает. Значит, здесь у нас уголка нету. Сейчас мы будем делать.
все выключил. Можешь, конечно, такой потом поставить переключатель. Даже будет удобно. Ну, пока на этом остановимся. Пойду уголок искать.